где у женщин и мужчин поставить разные оферы, разные цвета. Это все очень интересно. Меняется поэтапно, строится прям такой план. Обычно даже как вот мы работаем, да, то есть, когда есть разработаем 5 тестов. То есть у нас заказывают у нас разработку, да, то есть как бы стандартный комплект, разработка 5 тестов. Мы сразу запихиваем туда гипотезы, которые предполагаем по своему опыту. И дальше не тестируется. Потом уже человек, когда запускает тестную рекламу, протестировал наши гипотезы и начинает свои представлять по статистике. А какие-то сервисы используете для спид-тестирования, ну, или рекомендуете, или ну, это самостоятельно как-то можно сделать? Я, конечно, рекомендую нашу платформу. У нас платформа политики федерации. Собственно, там есть все спид-тесты, инструменты, и там CRM, уведомления, и аналитика, и все-все-все для того, чтобы построить успешную генерацию. Спасибо, Дмитрий.